Сырники уже 10 лет готовлю только так. Понадобится брикет творога, одно яйцо, столовая ложка манной крупы, столько же сахара и столовая ложка муки с горкой, щепоточка соли, и теперь все это нужно размять вилкой, чтобы получилась вот такая нежная и воздушная масса. Теперь мокрыми руками формируем сырники. В муке обваливать их не нужно. А обжаривать будем, конечно же, на капле растительного масла. Разогреваем и выкладываем сырнички. Жарим 6 минут, затем переворачиваем и еще 6 минут. При подаче не забудьте сгущенку и, конечно же, подписаться. У меня очень много вкусных рецептов.